Ранним утром 19 января в главном кафедральном соборе города особенно многолюдно. Несмотря на будничный день, люди встречают утро в молитве и радости за то, что еще один год позади. Прошло время новогодне-рождественских святок. Настал час для плодотворного труда над собой, своими мыслями и чувствами. Каждый год на православный праздник крещения в храм приходят сотни прихожан, чтобы еще раз попросить о здравии родных и близких, подумать о смысле человеческой жизни и, конечно же, очиститься духовно, покаяться. Многие специально к празднику готовятся к исповеди, причастию, и заготавливают сосуды для святой крещенской воды. Считается, что она – залог богатырского здоровья и светлых мыслей, своеобразный целитель души и тела на весь год. Это же благословение Божье, поэтому это радость наша. Это явление. Бог сам крестился в Иордане. Сам крестил, и мы крещеные все, поэтому хочется добра всему миру, счастья, благополучия. Один из важнейших, надо сказать. Приходим взять святую воду, да, чтобы, раз в году. Да, Господь послал нам здоровье на целый год и всем людям, и нашему всему Бресту, и чтоб все было хорошо. Пусть святая вода смоет боль и досаду, пусть и недуг уйдут далеко. Светлый праздник крещения я желаю отрады. На душе и на сердце пусть будет легко. С праздником! Особой частью таинства очищения является купание в проруби. Это испытание для духовно закаленных и подготовленных людей, обладающих сильным духом и верой. Особенно такие качества важны для военнослужащих. Те, кто стоит на страже порядка и безопасности, кто помогает поддерживать небо над нашей головой ясным и безоблачным. Традиция проведения купания в проруби уже не один год живет в 38-й отдельной Венской краснознаменной мобильной бригаде. Из года в год военнослужащие части в праздник крещения окунаются, тем самым еще раз укрепляя силу духа, закаляя характер и стойкость. Примером для солдат является командир, который в списке первый. Всегда этот день был святым для нас, потому что это закалка духа десантного, братства. Все окунаются в этот день, как говорится, смывают грехи, какие там были. Ну и самое главное, что становится чище душой и телом. Величайшее таинство несет в себе исцеление, свет и своеобразное перерождение, уверены те, кто приходит на купель из года в год. И пусть первая попытка приблизиться к духовному очищению не всегда была осознанной, зато те чувства и те эмоции, которые еще долго живут в сердце, говорят сами за себя. Не первый раз, каждый год этот ритуал выполняю. Это прежде всего для себя, это закаливание духа. Ну и пример военнослужащим, делай как я, это тоже сплочает воинский коллектив и придает уверенности в своих командирах и начальниках, личному составу. Спасибо нашему командованию за предоставление такой возможности, что мы можем в рабочее время приобщиться к православному миру. Всем хочу пожелать мира, здоровья, благополучия семьям, чтобы у каждого в душе был Бог и всего самого наилучшего. Способность верить заложена в человеке с рождения. Очень важно не растерять ее, спотыкаясь о трудности жизни, сталкиваясь на первый взгляд непреодолимыми препятствиями. Она такая же, как крещенская вода, очень чистая и прозрачная. И только тот, кто откроет вере себя внутреннего, сможет ощутить ее. Черствое сердце не принимает истину, даже если доказательства многочисленны. Открытая душа способна понимать и ощущать чудеса.